начинаем второе отделение концерта. Произведение французского композитора Ришара Гальяно «Танго для Клода» прозвучит в исполнении флейты и баяна. На сцене Кира Тарасова и Иоанн Разульцов. На сцене
А вот речной шумят, бегут и будет сонный брег, бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Сергей Рахманинов, «Весенние воды», исполняет Тимофей Кондратьев, «Труба», концертмейстер Николай Потапов. Наталья Кундо, две части из оркестровой свиты «Музыка дождя», «Гроза», «Босиком по лужам» и музыка настоящего бразильского летнего карнавала. «The King of the Abreu», «Тико-тико» исполняет оркестр, соло в оркестре на ксилофоне Мария Фролова. Thank you.
Валерий Сапаров, а-ля танго, исполняет Мария Маркова, флейта, концертмейстер Елена Кофтун. Но лишь на мгновение. Бежевая мелодия возвращает тебя к аромату вечернего настроения. Исполняет Таисия Соловьева.
Несмотря на свой юный возраст, они уже принимали участие в концертах на таких серьезных и знаковых площадках города Москвы, как Государственный Кремлевский дворец и Светлановский зал Московского международного дома музыки. Владимир Сергеевич Локтев. 12 поросят. Исполняют хоры «Солнышко» и «Зернышки». Хормейстер. Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Елена Степанова. Концертмейстер Елена Пивоварова. Thank you.
А сейчас оркестр ансамбля приготовил для вас сюрприз. Впервые мы хотим представить вашему вниманию сочетание классических инструментов симфонического оркестра, скрипки и виолончели со звучанием русских народных инструментов. Мы приглашаем на сцену музыкантов оркестра гимназии Московского государственного университета имени Ломоносова в составе: Вера Сафонова, скрипка, София Анурова, скрипка, Владимир Хохлов, виолончель и Кирилл Дзюба, виолончель. Дзёхи Саиши, «Карусель жизни», музыка из мультфильма «Ходячий замок». Исполняют оркестр и симфоническая группа гимназии МГУ. Соло на рояле в оркестре Никита Кукузей. Thank you.
1981 году на советские киноэкраны выходит фильм польского режиссера Юлиуса Махульского «Ва-банк», моментально ставший хитом, а ныне классикой комедийного жанра. А музыка, звучащая в этом фильме, стала невероятно узнаваемой и любимой не одним поколением зрителей. Хенри Кузняк, «Рэгтайм» из кинофильма «Ва-банк», исполняет оркестр, симфоническая группа и ансамбль педагогов. Соло в оркестре на рояле Дарья Соколова. Привет!
Мы желаем вам счастья!